больше радует и больше привлекательно. Что там гуляешь? И вот это произошло как раз таки от тех таблеток Somat. И знаете, ну вот, вот как. Вот. Извод. Кто-то вселилось. В кота вселилось. Я не знаю. Ну кто-то в него точно вселился. И там глаза такие красные. Ну в общем, жутковато было. Доброе утро. У нас солнечно, поют птички за окном. Слышите? Мороз на улице. Минус 20 градусов. Просто прям сильно зябко и сильно холодно. Мои уже все разъехались, кто на работу, кто в школу. Я осталась дома. Сегодня день уборки, буду наводить уборку. Пойду сейчас приведу себя в порядок для начала. И потом уже буду потихоньку браться за домашние дела. Какой сегодня день по плану, я еще даже не знаю, потому что Игорь говорил, что у него по списку очень-очень-очень много работы. Я знаю, было сейчас очень много слов «очень», но это так и есть. И он хотел максимально себя разгрузить, все это сделать до обеда, чтобы после обеда быть уже на подхвате, на каких-то вызовах, если его вызовут, чтобы он быстро мог подскочить. Что еще? Из хороших новостей хорошо то, что нам уже отправили двигатель. Он едет из Белоруссии. Наш план по покупке двигателя, по сбору денег, по экономии на него удался. Мы хорошенько поджались, мы хорошенько поэкономили. Очень плотно поработали. В основном, конечно, основной доход, основной заработок был у Игоря. Он это сделал. Он максимально принес денежку в дом. Ну и вся эта денежка, естественно, уходит туда. Еще, наверное, месяц-два у нас такой будет, знаете, сильно поджатый. Ну, как раз перед Новым годом. В общем, до Нового года наши зубы все еще лежат на полке. Ну, таковы реалии. Что хочу сказать, мы с этим справились. А кто писал в комментариях под видео, где я рассказывала о том, как вообще что делать, как сложно, и вот попали в такую ситуацию. Всем, кто пожелал удачи, кто поддержал, большое вам спасибо. Вы знаете, правда, читая такие комментарии, читая теплые слова от вас, сзади вот вырастают крылья, и ты понимаешь, что действительно все это преодолеется, все справится, не самая это страшная проблема. И главное здоровье, остальное все дело наживное. Спасибо вам, что вы болеете, спасибо вам, что вы поддерживаете, что вы рядом. Безумно приятно, безумно благодарны. Я уже принялась за чистку плиты. Вообще, я просто фейри, она у меня не такая грязная, взяла капельку фейри, сейчас вот так вот это дело все намажу, распределю, постоит немножечко, как говорится, откиснет, и дальше просто уже вытру и насухо промою. Если, конечно, какие-то бывают, знаете, такие пятна, которые не убрать, не оттереть, я использую шуманит. Шуманит вещь такая, которая вообще убирает все, удаляет все, и проблем совершенно нету. Поэтому вот так вот сейчас оставлю, пусть это дело постоит, и уже тряпочкой насухо буду убирать это все, смывать. Параллельно поставила еще мультиварку прокипятить, налила воду, чтобы, знаете, я говорила о том, что бывает пена, какая-то чаша у меня немножко помутнела, матовой стала, и, видимо, стала задерживать моющие средства. Поэтому поставила, заодно здесь вот идет пар, выходит и увлажняет помещение, потому что у нас, как начинаются морозы, очень сильно становится сухо дома, прям сильная такая сухость. У нас уже был увлажнитель, но толку от него нет. Поэтому иногда включаю вот так вот мультиварку на самый максимальный режим, и идет пар. Все, плита у меня чистая, я все вытерла, все уже насухо, совершенно все блестит, все идеальненько, вот. Отлично, переходим дальше. Игорь уже сообщил, что едет домой, и я ставлю чайник, будем пить чай. Чай скоро будет готов, уже заваривается. Следующим этапом я приступила к разбору посудомойки. Моя дорогая помощница уже все это дело постирала, все чистенькое. Я еще дополнительно споласкиваю. Вот знаете, советую, помыли один раз со средством, запустите, не поленитесь еще раз на полоскание, потому что даже вот набрав в кастрюлю воды, поставить ее закипятиться, вы увидите, что там есть пузыри, пенка какая-то. Хотя у меня хорошее средство для посуды, вот такие вот таблетки Finish, ну, нам нравится,
они не оставляют на стекле, знаете, такой налет, потому что до этого у нас были томат, по-моему, таблетки, да, томат. И вот на таких стаканчиках оставался белый налет после стирки тем средством. Очень неприятно, и он даже не отстирывается. Сейчас попробую вам найти бокал, показать, какой налет остается, и мы его не можем вывести. Вот смотрите, чистый стакан. Чистая вот эта кружка на самом деле, но вот благодаря этому налету она имеет такой неприятный, грязный, непрезентабельный вид. И вот это произошло как раз таки от тех таблеток Somat. Вот как ей пользоваться? Ну, очень неприятно, особенно если, допустим, гости. Ладно, то сами дома. И часть стекла бокалов у нас испортилась именно тем средством. Поэтому сейчас финиш, но это уже не отстирывается почему-то. Сейчас села монтировать и увидела сообщение местного телеканала. Вот такая вот новость о том, что Югру сковывает морозы и ожидается минус 35 градусов. Так что, представляете, зима-то крепчает. Морозы берут обороты, будет очень холодно. Мы сейчас приехали в Ленту, здесь идут скидки на кофе. У нас вчера закончился кофе. Пьем мы только Монарх. Не знаю, почему-то так нравится он больше, и аромат, и вообще, в принципе, даже по вкусу. Не могу, вот знаете, Нескафе, Чибо, какое-то что-то остальное, мне не нравится. Нам не нравится. А сейчас скидки на Якобс Монарх 95 грамм, 160 рублей, да? И получается здесь... Не знаю, как это очень удобно. Здесь Якобс Монарх 240 грамм за 350 рублей. Мы посчитали, что выгоднее вот такую упаковку взять. Посоветуйте, какой кофе тоже вот вкусный наподобие вот как раз таки Якобс Монарха, потому что там, да, ярко выраженный вкус и нету, знаете, какой-то такой кофейной слишком горечи, я не знаю, как правильно это назвать. Но вот мягкость Монарха, она, конечно, больше радует и больше привлекательна. Что там гуляешь? Так жду тебя. Слушай, ну вот смотри, мы Монарх пьем, да? Дешевле вот этот. Да это нет, это я уже знаю. Молодец. Я по вкусу. И да, мы, кстати, пробовали я вот... Я не знаю, пробовали, нам не зашло. Да. Мы пробовали даже Меликана, но как-то, знаете, по вкусу нет. Вот нет. Раньше мне нравился вот такой вот Чибо. Вот тоже этот. Не зашел. Но как-то в последнее время тоже вот пробовали, не зашло, не знаю, может сам поменялся. А какой кофе можно еще попробовать? Ну, чтобы, знаете, вкусненько было. Вы напишите в комментариях, а мы попробуем. Так, ну что, пойдем дальше. Сейчас нам надо хлеб взять, да? Возьмем, пойдем хлебушек. Идем мы к молоку. И обламываемся мы с молоком. Мы берем домик в деревне, а тут его нету. Пусто. Может, с сорца, да, кстати. Сметана нам не надо. Творожок Саша взяла. Кстати, Саша сегодня ела творог? Что? Саша творог ела сегодня? Да. Да? Ну вот я бы вот этот попробовала, конечно. Обезжиренный. Вот мне интересен, конечно, вот этот вот творожок. Ну не обезжиренный, а вот 5 или 9%. И вот талицы должны быть оба хорошие. Ладно, мы ищем молоко. Мы ищем молоко и снова обламываемся. Еще хотела сказать, есть сметана 10% простоквашина. Тоже рекомендую, хорошая сметанка. Пожалуй, возьму одну. Шла я, в общем, к зелени. И смотрите, чего увидела. Вот такие вот огромные помидоры. Просто огромные. Это просто это не помидоры, это какие-то гиганты. И вот, кстати, по вкусу они невкусные будут. Стоимость их 80 рублей. Знаете, пока желтые, не проспевшие, в общем, такие себе помидоры. А мы идем за зеленью. Нужен укроп и петрушечка. Нужно внимательно смотреть, чтобы не было, знаете, гнилых вот здесь черных. Вот как здесь, например, видите, оно уже все прогнило такое. Черное, вон прогнившее. Обычно более-менее хорошее кладут сзади. Знаете, чтобы успевали плохое взять, хорошее осталось. Ну, не могу до сих пор выбрать зелень. Она, вон, видите, вся черная. Вся черная. В общем, нету свежей зелени нет, вообще. Да. Ах, где бы ее взять-то свежую? Петрушка есть. Вот с укропом как-то проблема. Теперь мы пришли за
за рисом. Будем рис брать, искать. Слушай, возьми гречневую, наверное, одну. Да, вот гречневую одну лентовскую возьмем. Как-то она по вкусу больше. И рис возьмем тоже в пакетиках. Мы брали лентовский. А вот чем тот от этого отличается? Этот более, я так вижу, сик. А этот? Ну, мы вот этот брали, вроде неплохо был, да? Рис. Ну и все, наверное, что больше ничего не надо, печь мы ничего не будем. Идем на свободную кассу. А потом еще с Сашей приедем сюда, возьмем сок. Здравствуйте. Так, один доберем. Покажу вам покупки. Значит, у нас сметана одна идет. Рис. Так, это же покажешь. Это пиво последнее ставить. В общем, получается, из покупок. Здравствуйте. Кофе, крупа, чай, сыр, сметана, капуста. Да. Это будет два вот пойдет. Для кого-то это интересно стало. Да? Необычно, да? Все так это сняли, прокомментировали. Спасибо. Мы совершили покупку, нам еще дали книжечку, фишечки. Дали еще, как они, игрушки эти, Гарри Поттер. Кстати, у меня их уже столько накопилось много. Надо снять, распаковать. Интересно, что там, и снять, показать. Может, как раз в эти выходные и сделаем. Пока мы тут сидим, фильм смотрим. Сим тут дуркует, сидит. Сим. Сим. Сим, в тебя кто там вселился? Короче, знаете, если Симу вот так вот делать, он с ума сходит, короче. Сим. А помнишь, как он маленький был? Да. Как его носило? Ну, ставь видео с этого. Да? С Ютуба. Где он дикует там. Да, кстати, надо поставить, слушай. Ух! И пусть он прыгнет на меня. Опасно очень. Шипит. Причем Игорь просто вот руками вот так вот делает. Никто его не обижает. Сим. Еще шипит. Я его боюсь, короче. Сима. В такие моменты он опасный. Он смотрит, где твои ноги. Он уже ищет уже. Сим. Сим. Симочка. Сим. Сим. Все. Все выключился. Ну, он повернулся такой, типа. Я к вам. Да, я к вам кормой. Сим, ну Сим. Да ты страшный. Симчик. Симочка. Симочка. Никто тебя не обижал. Пусть не переживают, да? Это вот у тебя такие напасти бывают, ты начинаешь носиться, да? Ой, уши, это твоя любимая. Да, Сим? Симка? Красавчик. Кот-красавчик. Я обязательно оставлю видео, где Сим был еще маленький. И я когда пришла за компьютер Селлора, она утром, помню, стала работать, и он там начал прыгать, носиться. В него, знаете, как что-то вселилось. В кота вселилось. Я не знаю, ну кто-то в него точно вселился. И там глаза такие красные. Ну, в общем, жутковато было. У меня даже ВКонтакте, по-моему, где-то оно там прикрепленное висит в моих видео.